Развитие ночной экономики – это мощная инициатива, направленная на повышение городского потребительского спроса и содействие реструктуризации промышленности. С потеплением погоды ночные рынки провинции Хэйлунцзян становятся все более популярными, а развлекательные мероприятия на ночном рынке, которые включают культурные и творческие проекты с региональными особенностями, обогащают ночную жизнь и вносят вклад в экономику. Недавно в Харбине открылся творческий базар искусства и культуры ночного рынка Шита. На нем предоставлены раковые поделки, росписи по берёзке, ажурная корлянка, фигурные леденцы и так далее. Группа ремесленников показывает разнообразные уникальные поделки, привлекая большое количество людей. Мне нравится эта бабочка. Она сделана из сахара. Она удивительная. На ночном рынке района Нангар рельги установлены на протяжении почти 100 метров. На них разместились 30 продуктов нематериального культурного наследия национального, провинциального и муниципального уровня. Особой популярностью у народа пользуются такие поделки, обладающие региональным колоритом, как, например, сирень, снежное село и березовый лес. Ночной рынок Шида шел к успеху более 20 лет и теперь стал популярным рынком и продовольственной картой Харбина. Интеграция интеллектуальной собственности культурного туризма с уникальной кухней и напитками ночного рынка Шида будет способствовать дальнейшей модернизации ночного рынка Шида и созданию многоотраслевой индустрии ночных дуров, ночного шопинга, ночной кухни и ночных выставок. Музыка и культура, художественные представления, лакомства сошлись на ночном рынке на улице Дунь-И в китайско-русском стиле в городе Мутандзян, вызывая карнавальное настроение в начале лета. В сочетании с региональными особенностями Мутандзяна мы внедряем больше продуктов из России, чтобы потребители могли попробовать русскую еду, купить русские товары и насладиться русскими песнями и танцами в Мутандзяне, что позволит нашей ночной экономике модернизироваться и развиваться динамичнее.